Всем привет, друзья, с вами Неломоб. Сегодня хочу поиграть в игру под названием King of Drinks. Короче, переводе, что означает король воров. Проснись, пора выбираться отсюда, к двери быстрее. Так, это я. Персонаж бежит автоматически. Жми, жми, жми. То есть надо постоянно тапать, чтобы он куда-то бежал. Вот я этот король воров, который любит прыгать. Зашел в какие-то двери. То есть нам нужно постоянно какие-то... Берегись ловушек. Ага, нажмите на него, чтобы он начал двигаться. Так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Опа, прыжочек. А, чтобы начать, нажмите опять. А сколько... Где мои жизни? Не вижу пока что. Возможно, мне надо как-то на потолок запрыгнуть. Оу, yes, допрыгнул. Я думал, у меня не получится. Я опять на этих шипах умру. Что, я уже два уровня прошел? После побега из тюрьмы ты нуждаешься в крыше над головой. Давайте же подумаем. Ого, сколько здесь уровней! Ну ничего себе! Давай превратим это подземелье в твой новый дом. Ну давай. Отправляемся в это подземелье. Отправляемся. Посмотрим. Нравится? Еще бы, это же твой новый дом. Во время заточения о тебе почти позабыли. Твой воровской рейтинг попросту обрушился. Вот мой воровской рейтинг. Он просто на нуле. Что, нажать на него? Ага, вот, пишут. Сколько тут людей разных. Вот, не ломоп я. А вот и ты. Рейтинг у меня очень слабенький. Что, как тебе удалось сбежать? Неважно. Трона тебе не видать. Какой-то злой король мне говорит. Разберись с ним, Джеймс. Кто такой? Слушаюсь, сэр. Какой-то бандюган. Бывший король воров хочет вернуть свой трон? Хе-хе-хе, я Джеймс, чемпион этой лиги. Сначала придется одолеть меня. Ну, сейчас мы тебя одолеем. Не переживай, я уверен, что ты сможешь попасть в топ и вернуть себе титул короля воров. Вперед! Подземелье Ниломов. Что теперь? Чтобы снова стать королем воров, тебе понадобятся драгоценные камни. Драгоценные камни хранятся в сундуках. А еще ты можешь увеличить их ценность с помощью проведения ритуалов в тотемах. Открой тотем. Так, что это? Добудь камень, чтобы запустить ритуал. Готов ограбить своего первого соперника? Ну, как бы готов. Ну, что? А, ну, стрелочку надо нажать. Атака. Что здесь? У других воров есть собственные подземелья с тотемами. Попробуй стащить у них самые ценные камни и вернуть титул короля воров. Найти противника. Найди кого-нибудь и ограбь его. Это как воришка, Боб, почти что. Нажмите, чтобы начать взлом. Нажмите, чтобы начать взлом. Так, найди настоящую замочную скважину, чтобы взломать замок. Какой же настоящий? Наверное, третий. Нет, сколько у меня ключей? Первый. Да, доберись до него, до этого тотема. Нажмите, чтобы начать. Так, вот я бегу. Какую-то зелененькую слизь собрал. Так, а что теперь? Надо перепрыгнуть и сюда, правильно. Ну что ж, пойдем. Опа! Умер. Минус 5 жизней. Что? Как же тут когда? Как это перепрыгнуть? Это, наверное, нереально. Или реально все-таки перепрыгнуть? Надо постараться. Опа! Есть! Опа! Ай! Не получается! Как же это перепрыгнуть? Еще одна попытка есть. Но жизни мало мне. А, раз, два! Есть! Получилось с третьего раза. И все собрал, всю слизь собрал, получается, и получил 3 звездочки. Украсть камень из тотема непросто. Чем больше звезд ты получаешь, тем выше твои шансы. Но ты всегда можешь испытать удачу и запустить рулетку снова. Блин, что, бесплатно. О, рулетку. И что я получил? Окей, что-то я получил? Что-то получил, не знаю, монетки получил. Что это? Эти драгоценные камни – твое главное сокровище. Ты можешь улучшать их при помощи тотема. Вставь драгоценный камень в тотем. Опа, вставляем. О, начни магический ритуал. 30 минут, пуск. Так, ну все, оно 30 минут будет сейчас тикать. Возвращаемся обратно. Знаешь, в чем загвоздка с ритуалами? Им нужно время.
Нужно расставить ловушки, чтобы твои камни было сложнее украсть. Давай поработаем над твоим подземельем. Редактировать. Возьми эту ловушку. Взял. И перетащи ее сюда. Вот сюда. Ага, тут видите, все поделено на квадратики. Сохранить. Ваше подземелье успешно сохранено. Замечательно. Ты можешь улучшить ловушки за золото, увеличив наносимый ими урон. Смотри, у тебя есть шахта, которая со временем наполняется золотом. Оу, шахта дает мне золото. Теперь давай улучшим твои ловушки. В этот раз я заплачу. Так, нажимаем на ловушку. Улучшить. Бесплатно. Ты это слышишь? Ничего не слышу. Ну, короче, улучшилось там что-то. А вот 29 минут тоже будет тикать. Ладно, кто-то проник в твое подземелье. Кто-то ломится ко мне. Какая-то белочка маленькая. Белая. Ну, тоже воришка. И что теперь? Ему нужно погибнуть. О, как он? Он сейчас ворует. Ой, другой игрок только что похитил драгоценный камень из твоего тотема. Давай найдем того вора и выкрадем у него твой драгоценный камень обратно. Так. Кто-то на меня напал, да? Шади-95. Вернуть. Опа. Что теперь? Подземелье Ша-95. Нажмите, чтобы начать взлом. Нажимаем. Нажмите, чтобы начать. Нажимаем. Прыжочек! А, погиб. Опа, есть. Сложный момент. Кажется, я все, что можно было, своровал. Три звездочки, три штучки эти. Ага, и что теперь? Ага, получилось. Тебе удалось вернуть свой драгоценный камень. Окей. Вот он. Что, нужно его обратно вставить? Теперь вставь его обратно в тотем, чтобы продолжить ритуал. Тянем его сюда. Продолжить. Пауза была поставлена назад. О, как тут все. Когда ты улучшаешь ловушки, они не работают. Давай ускорим этот процесс. Нажимаем. А, бесплатно можем ускорить процесс. Это пока обучение. Ловушка пила улучшена до второго уровня. Понял, понял. Что еще? Кажется, твой ритуал завершился как раз вовремя. Ритуал завершен. Такое, такое, такое собрать. Что мне дали? Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мы тут насобирали. Что это? Пропало что-то. Не знаю. Поздравляю с первым улучшением драгоценным камнем. Чем выше рейтинг драгоценных камней, тем выше твое положение в лиге. Начнем ритуал снова. Так, снова ритуал. Пуск 4 минуты. Так, ты создаешь, как много людей хотят... А, ты осознаешь, как много людей хотят украсть твои драгоценные камни? Давай пострахуемся и ускорим ритуал. Бесплатно. Ускоряем, собрать. Что же теперь? Так. Ритуал. И что надо еще раз его сделать? Какой-то есть вон моди, блэк. Хорошо. Сумма твоих драгоценных камней определяет твое место в лиге. Ты всегда можешь посмотреть свою позицию в лиге здесь. 400. В золотой лиге тебя будет встреча с лордом Растином. Это он тебя затащил в темницу. Ого. Отличная работа. Я нашел для тебя новую миссию с отличной наградой. Новая миссия? Давайте посмотрим. Так, если тебе нужна помощь, коснись значка лупы и получи подсказку по дальнейшим действиям. Лупа. Завершить один. Так, выполни ее, и я скажу, что тебе делать дальше. Лупа. Поздравляем, теперь тебе доступен костюм грозного котенка. Кэтс. Знаем эту игру, знаем, Кэтс. Что вот у меня... Вот тут у меня какой-то знак. Стань чемпионом арены. Соревнуйтесь с другими гильдиями в аренах и получайте награды. За каждую выигранную битву ваша гильдия получит один сундук по окончанию раунда арены. Чем выше ваша позиция в арене, тем лучше сундук вы получите. Крадите камни и становитесь чемпионом арены. Угу. Так, знак тут восклицания. Что они тут от меня хотят? Можем поставить, да? Можем. Пуск, 4 минуты. Ускорять не будем, тратить эту штуку не будем. Немного я уже ориентируюсь в игре. Так, замочки. А, это мой замок, ее тоже, наверное, монетки вот подсобирали. Тут что-то улучшили, здесь что? Завершить один тотемных ритуалов. Награда 20 таких вот синих штуковин.
Ну давайте пока что кого-то, пока оно делает 3 минуты, кого-то попробуем атаковать. На ваше... Еще никто не успел... Никто не успел напасть. А это что? Друзья могут помогать друг другу возвращать украденные им камни. Письмо. Новости. Я читал. Что здесь еще можно делать? Атака вот. Найти противника. Вот почему-то здесь знак восклицания. Ну не вижу ничего, что здесь можно делать. Уровень 1. Тут можем атаковать и понемножку двигаться вверх. Найти противника. Попытаем удачу. Может, мы сейчас что-то украдем. Подземелье The Best View. Так, нажмите. Мы должны угадать. Есть, угадали. Где мы? Нажмите, чтобы начать. Значит, как тут надо действовать? Бежим вначале сюда, перепрыгиваем. Тут туда-сюда-сюда-сюда. Отсюда перепрыгиваем. Вот здесь сложно. Ты перепрыгнешь, ты упадешь сюда. Получается. Тебе нужно съехать вниз. Потом вот здесь сюда-сюда-сюда. Сюда-сюда. О, как у него какая защита. Хитрая защита, хитрая, согласен. Опа. Так, раз, два, три, четыре. Опа. Тут надо спуститься вниз. Опа. Yes, yes. Не в другую сторону, нет. Почему ты постоянно двигаешься? Ошибка моя. Но там реально было допрыгнуть. О, я догадался, надо просто дождаться нужного прыжка. Yes! Ха-ха! 3 звездочки, я похитил у него. Безупречно. Все похитили? Все похитили. Что это такое? Красная какая-то штуковина. Окей. Что я получил? Опа, я на 18 место переместился. Неплохо. 1 минута осталась. Так, найти противника. Вернемся в свой замок, посмотрим, что у нас тут творится. Это что такое? Журнал защиты. Это мы уже смотрели все. У нас еще 1 минута до выполнения. Давайте еще одного кого-то атакуем. Попробуем найти противника. Может, нам удастся. Что? Ух ты! Подземелье сложное. Откуда мы начинать будем? Не знаю. Наверное, со входа, да? Чтобы начать взлом. Бежим вначале, тут перепрыгиваем. Потом сюда, этого перепрыгиваем. Потом обратно и вниз спускаемся. Ух, взлом. Ой-ой-ой. У меня что? Всего мало ключей осталось. Значит, ключей еще ограниченное количество. Значит, надо перепрыгнуть. Перепрыгнуть. Ну, попробуем. А, сразу же умер. Где? А, вон моя жизнь. Понял? Ух ты, получилось неплохо. Опа. Ха-ха. Что мне дадут? А там, ага, каждый раз какие-то новые бонусы. Отлично! Еще наверх поднимем. Ух, сразу на 15 место, ничего себе. А хорошо, 20 секунд, ребята, осталось. И мы получили какой-то новый диамант. А описание какое-то в нем есть? А мы можем улучшать каждый раз. Вставлять. Вот тут сейчас будет 10 секунд, уже дождемся сейчас. И получим какие-то очки... Рейтинга, да, получается? 800 очков нам дадут? И я перемещусь еще выше, что ли? Не знаю, сейчас посмотрим. Так, 800, ваша награда. Собрать. Оу, на 11 место переместился. Я вот даже не знаю теперь, что мне... Что случилось? 11 место. Да, я это понял, конечно, да. Что пишут? Ой, я совсем забыл упомянуть, что эти тотемы очень хрупкие. Они не могут работать бесконечно. После нескольких ритуалов их сила исчезает, и они разрушаются. К счастью, я нашел совсем новенький тотем в подземелье недалеко отсюда. Переедем туда. Куда уже хочет переезжать? Атака. Что здесь это хочет человечек мне сказать? Ничего, надо нажать на атаку обязательно. О, ну нажмем, посмотрим. Нажмите, чтобы переехать. Переезжаем. Ты можешь выбрать набор ловушек для нового подземелья. Я договорился со своим другом, поэтому ты можешь бесплатно установить набор ловушек «Лучшая защита». Попробуй. Бесплатно. Лучшая защита. Это такая простенькая. Такая пушка. Две пушки. Бесплатная защита. Лучшая. В новых подземельях ты найдешь ранее незнакомые тебе ловушки и тотемы. Джеффига. Смотри, этот тотем совершенно не похож на предыдущий.
нажмем сейчас. О да, этот тотем может объединять драгоценные камни. Для этого тебе понадобится 2 драгоценных камня. Ага, вижу, тебе удалось где-то стащить новый камень. Отлично, теперь мы можем провести новый ритуал с 2 камнями. Угу. Хочу... какой? Этот желтый даст много мне опыта даст. И красный много опыта даст. 5 минут. Пуск. Все. Ты нашел троны, они помогут тебе вернуть титул короля воров. Чтобы использовать их, заверши ритуал в своем подземелье. Собрать, это мы собираем, вот эти получили штуки. О, тотемных ритуалов, еще один тотемный ритуал нужно завершить. Ребята, игрушка вроде бы интересная, давай улучшим твой замок, чтобы другим игрокам было труднее его взломать. Опа, что тут? Бесплатно, улучшаем. Улучшить. Ваш замок увеличивает число сложных замочных скважин. Замочных скважин с 4 до 5. Улучшаем. Тоже время. Нет времени на ожидание. Давай ускорим процесс. Бесплатно. Опа. Умнее замок улучшено до 2 уровня. Отлично. Замок улучшен и подземелье теперь труднее взломать. Круто! Что я хочу сказать про эту игру? Мне нравится пока что. Потому что легко в начале. Бонусы королевского сундука. Получить... 250 сфер сразу. А, вот, но это уже за денежку. Да, можно покупать и всякие бонусы. Ловушки работают во время улучшения. То есть, все, вот это все можно купить, да, за денежку. Нам это пока что нас это не интересует. Опа, первая неделя бесплатно. Что? Милость. В 10 раз больше отмычек, 50 ежедневно. В 10 раз выше скорость восстановления отмычек при три уникальных костюма. Первая неделя бесплатно. Пока не использую, пока не хочу. Что ж, ребята, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что вы поддержите эту игру лайком. И, возможно, тогда будем снимать ее периодически. Может быть, уже совсем скоро выйдет вторая серия. А пока что я буду с вами прощаться. С вами был Ниломоб. До скорой встречи. Пока-пока.